После того, как герцоги Сассекские сделали на своем сайте Archewell пафосное заявление о событиях в Афганистане и призвали всех присоединиться к благотворительности в адрес благотворительных, извините за тавтологию, организаций, которые они поддерживают, Гарри и Меган подверглись резкой критике. Им открыто задавали вопрос, а вы лично что сделали для поддержки этих организаций? Сколько долларов с вашего счета было перечислено, чтобы помочь? Что ж, сколько долларов, неизвестно, но накануне группа ВАФ, женщины, афганским женщинам, искренне поблагодарила герцогов Сассекских за материальную помощь, пожертвование от фонда Archewell. Герцог и герцогиня Сассекские предложили свою поддержку усилиям группы, которая неустанно защищает право женщин в этой стране. Группа «Женщин» и «Афганским женщинам» работает, чтобы помочь афганским женщинам и девочкам реализовать свои права для реализации своего индивидуального потенциала к самоопределению и представительству во всех сферах жизни. После захвата талибами Афганистана, ВАФ заявила, что они «вне себя от горя», из-за скорости и степени, с которыми эскалация конфликта в Афганистане угрожает невинным жизням миллионов и сотням тысяч перемещенных лиц. ВАФ написал в Твиттер: «Мы безмерно благодарны Archewell Foundation за щедрость в поддержке наших усилий по эвакуации и переселению тысяч афганских женщин, детей, семей, включая наших сотрудников. Мы настоятельно призываем все стороны конфликта уважать неприкосновенность жизни и права человека». Комментарии войдите, чтобы комментировать статью 2 часа 23 минуты 0 часов 19 минут. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спичкит.